Ивановские каратисты вернулись из Орла с урожаем медалей в копилке сборной: 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. Всероссийский турнир ежегодно собирает сильнейших каратистов страны. Очень много приехало спортсменов с разных городов, плюс были приглашенные ребята с Японии. Вот, у меня категория была достаточно, много народу. Провел 4 поединка. На самом деле все непростые были поединки, все ребята сильные, все хотели забрать золото. Вот, к счастью, получилось выиграть 4 поединка, стал первым. В соревнованиях участвовали порядка 800 человек. Ивановскую область представляли 19. За каждую медаль боролись до последнего. У меня в категории было 48 человек. У меня было 5 боев. 3 боя, 2 боя я победил, в третьем я проиграл. И у меня еще было 2 боя утешки. В первом бою я выиграл 0-0 по хантею, а во втором бою я выиграл 3-0 и занял 3-е место. Ребята уверены, могли бы выступить и лучше. Кубок Орла – один из первых крупных стартов, по сути, самое начало сезона. До этого мы неделю назад ездили в Венгрию, выступали на международном турнире. Тоже показали определенный результат. У нас 11 спортсменов выступало, 3 из них приехали с медалями. Но опять же, тоже ребята не раскрыли полностью потенциал, и результат мог бы быть выше. И это был второй, так скажем, турнир в сезоне, и он тоже достаточно крупный, сразу 28 регионов. И конкуренция была, конечно, достаточно высокая. И на ребят это было, они ощущали определенное психологическое давление, естественно. И свободы той, которая необходима в соревновательном процессе, ее не было. Спортсменам еще предстоит набрать форму и подготовиться к новым стартам. Всегда сложно психологически настроиться на поединок. Соревнования были высокого, достойного уровня. Соперники тоже были сильные. Очень много людей приехало. Я занял 3-е место, проиграл в полуфинале и выиграл бой за 3-е место. Проиграл в полуфинале я спортсмену из Тверской области. Впереди у спортсменов соревнования во Владимире и кубок на призы главы города в Иванове. А это значит, что нужно еще больше работать, чтобы достойно представить свой регион. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.